Что не выходной, то в Архангельский праздник. Но, разумеется, в обычное воскресенье на главной набережной гуляющих много. Северная Двина в центре города широкая, километра там на 4 развелась. Но и сама набережная одна из лучших в стране. Хоть вдоль Двины шествуй, хоть по теннисным скверам. Но праздник-то ведь есть праздник, а нынче городу повезло. То был международный фестиваль кукольных театров. То уличные театры в Архангельске гостили, то был День города, а после него почти декаду международный фестиваль фольклора. И как ни красочны были эти праздники, все равно на особицу стоит День военно-морского флота, самый почитаемый у коренных поморов. Архангельск ведь не просто первый появившийся в России порт и, соответственно, колыбель российского кораблестроения. Многие и очень многие поколения архангелогородцев на флотах служили. Ведь первые-то флотские команды, хоть там торговые, хоть военные, вот отсюда, с моря Белого, вышли. И в самых главных сражениях по морю участвовали. И вот, например, только что вот сейчас вот узнали, что 400 лет тому назад, еще при Иване Грозном, поморы на Аляске побывали. К американским берегам на лодях подходили. Ну, как водится, на празднике была выставлена военная техника, и, как водится, мальчишкам дали с ней поиграть. А по мне, пусть бы эти грозные игрушки всегда забавляли только малышей.